зовут Настя. Меня зовут Женя. И мы вместе танцуем в паре. Мы учимся в городском театральном лицее. Нам по 16 лет. Мы с самого первого класса, наверное, дружим. Да, и у нас там что только не было между нами. Мы такие да. прям там... На Молдова Риталет мы пришли через мою подругу. Как бы она нам сказала, пойдите, станцуйте, может, вы понравитесь. И вот мы пошли. Мы решили себя показать. Может быть, в будущем это очень даже нам пригодится. И мы будем говорить, что вот, к примеру, у нас за спиной есть такие телешоу, как «Молдова Риталет», что вот мы показывались на большую публику, и нас заметили. Un moment, nu știu, pentru mine așa divin cumva, pentru că a fost rupt de realitate. A fost o poveste și eu n-am văzut poveste în care atât de bine să se împletească povestea dintre doi, momentele de sincron și momentele în care eu credeam că o să fie sincron și de fapt n-a fost sincron și mă gândeam că e greșeală și de fapt n-a fost greșeală pentru că urma momentul. Fantastic! Felicitări! Nico! Vreau să vă spun, Anastasia și Eugen, Evgenii, e frumos. Mie îmi place foarte mult ce ați făcut voi. Este impresionant. Și ca să încep, probabil, Danicu, să ajungem la momentul ăla magic. Te rog. Indiscutabil, din partea mea, aveți un da. Tania? Unconditionally, yes. Da, și de la mine. Вы не талантливы, знаете об этом? Да, правильно мне подсказали, вы очень талантливы. Спасибо. Но я еще не сказал, я еще думаю сказать да или нет, так что дрожите чуть-чуть. Ну, конечно, да. Спасибо. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся в полуфиналах. И если да, то вам нужно будет очень тесно общаться. И тогда вам пригодятся три номера. Подарок от нашего партнера. Вы сможете общаться неограниченно. Спасибо большое. Спасибо большое.